Всем привет, дорогие друзья, с вами Илья, вы на канале Зверьё, и я вам сегодня покажу рюкзак для экшн-камеры Thule Legend GoPro Sline. Хочу начать с того, что немножко расскажу про саму компанию Thule. Она входит в крупный бренд Thule Group. Сама компания была основана в 1942 году под девизом «Возьми свою жизнь с собой». Мы, скорее всего, знаем компанию Thule как боксы и багажники на крышу автомобиля, наверное, все про это слышали. Вообще, компания Thule делает широкий спектр премиум товаров, ну, как раз вот от тех самых боксов и багажников, велосипедных прицепов, вплоть до сумок и чехлов для ноутбуков, еще спортивные сумки, детские велосипеды и кресла-коляски. Круто, да? Вот давайте сегодня посмотрим на специальный рюкзак, который был разработан совместно со спортсменами. То есть не просто так кто-то взял и решил, что «Эй, давайте мы сделаем спортивный рюкзак, сделаем вот так, вот так, вот так». Нет, сели спортсмены, сказали, что они хотят видеть, что будет удобно, и вот появился такой рюкзак. Стоит 88 евро. И здесь, конечно, все приятности кроются в мелочах. Ну, давайте начнем с общего вида. Это рюкзак на одной лямке, но при этом может еще крепится и второй. Мы ее можем либо убрать, здесь ее скрепить, она будет висеть вот здесь вот. И есть удобные специальные вот такие вот резиночки, которые держат. Соответственно, если мы хотим носить на одной лямке вот этой большой, мы это можем вообще отсюда вытащить. Тоже специальные резиночки, специальные защелочки, и все. Вот так вот на одной лямке все носится. Если мы хотим дополнительное крепление, здесь у нас какой-то активный вид спорта, если мы ездим на лыжах, к примеру. Кстати, здесь тоже, если вы любите зимние виды спорта, то вот эти бегунки, они, смотрите, специально увеличенные, чтобы палец пролез именно в перчатки, в толстые. Очень удобно здесь все это открывается, чтобы добраться до экшн-камер. Смотрите, мы сюда установили дополнительную лямку, берем, прикрепляем, и у нас полностью рюкзак защелкивается на нас, то есть он никуда не свалится. Круто? Конечно, круто. Плюс, конечно, все это дело, смотрите, разбирается. Мы это можем вообще все снять, если нам это не нужно. Если я просто беру с собой куда-то на прогулку. Раз деталь, два деталь. Все, у меня остался только однолямочный вариант. Длина может регулироваться. Здесь также есть большой-большой запас удлинялки. И он очень хорошо крепится вот такой вот резиночкой. Сзади мягкий материал, впереди есть такой вот нагрудный карман, сюда очень хорошо помещается телефон. К примеру, конечно, совсем большой не положите, но 6 Plus сюда влезет прям впритык. Но вот iPhone 6 сюда помещается идеально. Сюда можно положить либо пульт управления от экшн-камеры, либо телефон. Вот это очень удобно, всегда достал и пользуюсь, что-нибудь сфотографировать. Прошу заметить, на лямке находятся еще некоторые крепления. Сюда можно, к примеру, повесить пульт. Ну, или какие-то другие ништяки для GoPro. Вот эту бирочку еще не снял, она очень красиво выглядит. Давайте посмотрим, что он здесь предлагает. Из металла написано Thule. Открываем, смотрим небольшую брошюрку, что как куда можно положить, какие кармашки для чего оборудованы, и вот вся серия Legend. У меня вот такая вот модель сейчас Sline. Так, отлично, настало время все это снять. Третья деталь. Очень удобный отсек, он находится вот здесь, вот под синей молнией. Сюда можно также положить телефон, он мягкий изнутри. Я сюда положил камеру, при помощи которой, к примеру, я буду снимать влоги, либо какие-то бэкстейджи. Мы сегодня делаем таким способом, что я разбираю рюкзак и показываю, что у меня в нем лежит. Ну, чтобы вам было понятно. Первый отсек. Второй отсек, в который можно положить тоже много всяких ништяков для GoPro. Здесь у меня, к примеру, кабель зарядки для пульта управления. Здесь у меня крепление на грудную клетку для GoPro. Пожалуйста. Ну, либо вообще для любой другой камеры. Так, с какой стороны? С этой. Бац. Все, могу на грудную клетку себе прицепить экшн-камеру. Просто штука тоже довольно-таки большая, помещается идеально туда. Здесь, плюс в отсеке, есть сеточка, под которую можно спрятать еще много-много проводов. Мне, наверное, сразу понравился, знаете, чем? Он реально маленький, и внутри есть противоударный бокс. Специально под GoPro-хи, ну, либо другие экшн-камеры. Вот он, основной отсек. Он у нас открывается не полностью, а на 90 градусов. Здесь специальные вот такие вот ограничители есть. Мы куда-то приехали, хопа, хотим все просто установить. Открываем. Здесь мы обнаруживаем как раз из пенового материала вот такой вот противоударный кейс. Если у нас упадет
наш рюкзачок, ничего с камерами не случится. Здесь у меня даже поместился стабилизатор для экшн-камеры в собранном виде. Я могу достать, смонтировать и сразу начать снимать. Очень круто. Он на самом деле вот самый большой, что здесь вообще есть. Есть два отсека на задней стороне. Один у нас большой во всю стеночку, и сверху он будет прозрачным. Вот здесь можно посмотреть, что здесь лежит, а снизу он будет непрозрачный. И второй отсек, он вот здесь вот полностью прозрачный. Здесь у меня крепление на голову для экшн-камеры. Здесь же у меня вот проницаемый чехольчик, задняя стенка. Так, вот он, задний карман, большой во всю стенку. Ниже находится прозрачный отсек для того, чтобы можно было сразу понять, что у меня здесь лежит. К примеру, крепежка на шлем, крепежка куда-то еще, всевозможные крепления для велосипеда, для байка и вот эти вот винты, которыми все это дело крепится, и всевозможные переходники. Но, наверное, тоже это стоит достать, показать, что сюда помещается. Хопа. Дальше, вот самое интересное у нас, конечно, вот в этом противоударном кейсе. Они специально сделаны для, видите, боксов GoPro, либо другие экшн-камеры сюда можно класть. Есть два отсека, которые я вот занял картами памяти, они предназначены для дисплеев. То есть вы знаете, что на камеру можно прицепить сзади по дисплею. Есть съемные, есть, если из новых, то несъемные. Вот сюда вставляется дисплей, и я сюда положил карточки памяти, microSD, соответственно. У меня же камера работает на них. Дальше пульт управления, специальный отсек. Притом, смотрите, есть для крепежки как раз для брелка. Отдельно вот здесь вот прорезь. Дальше всевозможные переходники. Но здесь крепятся две батарейки. То есть у нас две камеры, два дисплея, пульт управления один и две батарейки. Идеально сюда встают, потому что специально под них сделаны отверстия. GoPro, притом, смотрите, уже с переходником и с вот этим винтиком полностью сюда встает. И вторая GoPro, то же самое. Притом это третья, здесь, смотрите, увеличенный кейс. Все тоже идеально сюда помещается. И в любом случае, когда, если мы даже с ним упадем, у нас камеры будут в целости и сохранности. При желании этот пенный блок вытаскивается и можно превратить просто в обычный рюкзачок. Здесь, кстати, вот специальная такая штучка есть, чтобы можно было с легкостью вытащить этот пенный блок, положить его как вам удобно. Можно вот так вот, можно перевернуть. Так как у нас все-таки это противоударная штука, давайте все это дело проверим. У нас защищена стенка задняя, потому что там такая твердая накладочка, и вот этот противоударный кейс. Закрываем вот так вот, ну и прям вот так вот бросим. Еще попробуем. Но в любом случае все это будет жить. Мне даже кажется, если мы откуда-то свалимся, ничего страшного не произойдет. Здесь в любом случае будет все на месте. Но здесь еще противоударные чехлы, конечно. Но в основном вот для мониторчиков, которые здесь будут крепиться, это очень спасительная ситуация. Вот такое вот классное решение. Мне кажется, для лета, для поездок на велосипеде очень даже пригодится, по крайней мере, мне. Ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу такого рюкзака, насколько круто все это сделано. Не забывайте оценить ролик, подписывайтесь на новые ролики. С вами был Илья. Пока!